Так, ну чё, ребятки, погнали вторую катку. Вторую катку. Смену сторон. Хотите, если хотите, сделаем. Смену сторон можно сделать. Я бы сыграл. Все напишут. За центов. Год смена, давай. 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10. Так. Так, ну вроде все. Сменимся немножко сторонами, ребятки, и сделаем АР. Ихтияр уже играли, дорогой. Уже играли. Ближайший месяц-два точно нет. Погнали, ребятки. Некстовая катка. Давайте... угадывать героя по голосу, посмотрим, что нам упадет. Надеюсь, что-нибудь прикольное. Чтоб можно было поиграть. Поиграть что-нибудь прикольное. Угадывать буду. Либо Void, либо DS. Лол. Либо Void, либо DS. Жесть, напикало с пацаном. Вот это пацанам надрафтило. Так. Во, я мид стану, окей. БХ на роуме. БХ тогда на роуме. Как старые добрые. Руф. Если наберем 1к, спою лично на канале у Хена. Ля, ты шо, наркоман что ли? Не наберем мы. Не, на сале пойду централку. Жесть у них там пикнуло. Смотрите, там Салабера они репикают. Но у них две имбы лютые. Войкеры, алхимики. Эх, как я хотел бы на алхимике поиграть. Я так давно не играл. Жесть, ну ладно. У них сильный пик. Очень сильный. Если мы это выиграем, это будет жестко. Как сделать озвучку на английскую? Заходишь на мой канал, помимо того, что у меня есть много различного контента, гайды, различные там фановые видосики, связки различные там, как контрить, там тоже один на один, но сейчас меньше выходит один на один, вообще не выходит. Но есть что посмотреть. Вот заходишь на вкладочку видео и пишешь Warcraft на английском. Или вообще, просто даже в YouTube Warcraft на английском напиши, сразу мое видео первое выходит. Вообще, в YouTube пишешь что-то по первой доте, сразу мои видосы выходят. Если гайды какие-то, там рубрики, а что если, то сразу мое выходит. Так что, я не знаю, там несложно вроде найти. Не ленитесь, ребята, заходите и осведомляйтесь. Так что, ребятки, заходите, чекайте. Но эта катка, походу, будет жесткая. На Сайленсере, конечно, не хотелось бы проигрывать, но... походу, придется. Походу, придется. Если делей такой же мусорный будет, я бота поменяю на Next. Ру-9 лучше. Лучше Ру-9. Через загоним. Да нет, тут форставчик соберем, тут по-любому надо будет. Кроме Зевса кого-то знаешь, там нет, к сожалению. Пятый вроде знаю слот, где-то видел я его, либо на моем стриме играл. Вообще сами решайте. Приветствую. Сами решают, пусть пацаны, чё да как. Паузим. Ну, ребята там отошли, чё-то писать, какать. Я-то в любой момент готов прыгнуть куда-то. В помойку могу прыгнуть даже.
просто с разгону. Сейчас от алхимика отсосаю бибу в меду. Уф. Ненавижу алхимика в меду, это жесть. Где? Молчат пацаны что-то. Топ ТБ стратегии. Ой, боже. Жесть. Язер 1К ПТС. Ой, 1К, 1 ПТС. Этериал на сайленсере, как тебе? Так спит плюс куча урона от основного атрибута. Не знаю. Не собирал. От основного атрибута, да, конечно, много дэмэджа будет. На пуджа лучше смотрится. Как правильно нафармить? Ну, драться надо, понимать, где нужно драться, когда драться. Гоу! Хорошо. Вот так, пассивный регенчик возьмем себе. Ехало, ребятки, ХФ. Have a fun. Но эту катку по пику они выигрывают. Have a fun. Have a fun. Эту катку по пику они выигрывают, конечно. По пику, конечно, выиграно у них. БХшник, если в миду будет помогать, будет хорошо. Подойдет, там, бэкстебнет, там, что-нибудь такое грязное. Знаете, самые грязные баунтихантеры, они не мытые, они воняют. Вот от него, если честно, пока не воняет, а там... А, уже воняет. Уже воняет. Ух ты, меня тут принять решили. Алхимика примут, я так думаю. Хорошо. Оп. Есть. Хорошо. Жесть, там тараканы зарешали. Инвошкер со стиками. А, алхимик не идет фармить мид. Странно. Что он мид боится идти? Не бойся, забирай у пацанов. Они не отыграют лучше, чем ты. Я тебе говорю, поверь мне. Лучше, чем ты, они не отыграют, поверь мне. О, еще и подлаги. Я понял, это походу сегодня бот так балуется. Сегодня бот балуется. Сегодня ботик балуется, ребят. Промах, давай, еще промах, как любит Хиназис делать. Тупо сейчас бы пацану бы почти все хп слил бы, но сори. У меня проклятие чисто вот это лоуграундов, по КД промахи онли. Промах онли дота называется. Пока роумеры не придут, я себя уверенно тут буду чувствовать. Надеюсь, никому кура пока не нужна. Алхимик бы лучше стоял в миду. Намного лучше. Давай, Кер что-то побаивается.
Побаивается Вокер. Надо лайн отпушить. Это баг или фишка? Норд может своих крипов добивать стрелами. Нет, это фишка скорее. Ставишь. Да чтоб тебя. Вот сейчас опять видели, герой как не послушался. Я сразу про АПМил, а герой не пошел. Очень странная хрень. Бот моросит. Давай без промахов, плиз. Я бы забрал, дядь. Причем я там соло разобирал его. Они там под товара прям давят, что ли? Нифига себе. А, они там с твинхедом. Вот почему такая доминация. С твинхедом. Жестко. Да, да, думаю, 15 лата надо ставить. Я хз, почему нурили делей? Просто мусорка конкретная. Но не умирает он. Хорошо. ВХ на роуме, это круто. Пока все отлично. Хорошо. Я так сейчас протупил, я забыл, что у меня фазы. То есть меня отвлекли немножко. Отвлекли немножко реалом. Так, давайте Куру соло возьмем. Хорошо. Отлично все, братулец. Так, конские промахи, езжи. Прикинь, да. Прикинь, да. Твоя магия принадлежит мне. О, хейтер крип. Вышел.
Как я Last Hitch'а плохо, это жесть. Совсем микро не хватает. Либо куда-то тороплюсь, либо еще что-то. А чё, вы сразу бы пошли, да? Пойдёт. Я камера 2650? Нет. 2000. Тут можно гангать, сейчас гонять. У алхимика совсем ничего нету, там загангали жестко. Даже есть. Надо уходить. Здорово. Сейчас я туда же. Боже. Что я делаю? Ну я тупой. Иду без маны зачем-то туда. Что там делать? Сколько стоит твой ПК? Внизу стрима есть все комплектующие, можешь посмотреть. Не знаю, зачем я иду и просто фижу. Довольно-таки странновато это выглядело. Ну да ладно. Я хожу без глобалки. Ну, маны нету тупо на глобалку. Как бы ганги это хорошо. Но когда маны нету, это очень плохо. Надо хотя бы разочек. Первое сделаем форсик. Вокир. Да лагает что-то бот, я хз. Можно глобалку нажать? Жесть, там стан размакшит. Там стан размакшенный. Конченый бот какой-то. Я не знаю, что с рупятым стало, но вообще играть невозможно. Ребята тоже жалуются, что это такое вообще. В центре дропнем, то чтобы Рики не душил. Они камбэкнут это, я думаю. Надо пофармить чуть-чуть. И активно играть вместе. Меня так тупо ганганули, что я хз. Рики под ним стоит, лол. Прям под ним. Далеко дайвят они опять, да? Под Т2. Я просто так иду, я тут не нужен. Я тут не нужен вообще. Зачем я туда иду? Вообще не нужен я там. Добрый вечер. Ру 4 по кайфу. Да всегда Ру 5 нормально работал. Я не знаю, что с ним стало. Сегодня именно. Какая-то кринжатина. Нормально они там тушат. Я вообще в этой игре нужен? По-моему, я тут вообще в целом не нужен в этой катке. Сейчас форстав сделаю.
Кто-то не оформил спонсорку, слот будет. Я не помню, на какой там левел ты оформлял. Подскажи, я тебе за этот левел я выделю. Да чё, блин? Появляешься, исчезаешь. Тут сейчас надо по центрам ловить. Лагает, пацанов. Не двигается герой. Какой кнопкой куру юзаешь? На тройку? Надо... Катку затушить. Что там ребята топ гангают? Ребята топ гангают. Я могу 5 слотов выделить. Могу до конца вечера тебе выделить все слоты. Можно я хотя бы соло что-то заберу. Хорошо. Поехали отсюда. Опа. Эх, урну не успел кинуть. И дай да выйти. Печалька. Не успел я ничего дать. Он там походу контроль теряет. Ну вряд ли заберу, да? То есть там урна первый. О! Да ладно. На вставочку. Это на вставочку. Ой, портстав какой-то поломан. Пойдет. Что крикнуть? Лайк. Ру 4 можно... Продавать шмотки как ру 5. Я не знаю, честно. Я тебе не могу на это ответить. Даже. Даже ответить не могу. Хорош. Спасибо, ребят, за лайки. Да, да там, походу, подморалились, пацаны. Подморалились. Да не надо моралиться. Че моралиться? Мы вчера третью катку проиграли, да, неприятно тоже, но там, если адекватно судить по игре, из-за чего проиграли, то как бы, ну, ничего страшного, проиграли и проиграли. Ладно, го вот этого, окей. Сорян, я не смог даже глобалку нажать. Я не знаю, почему у меня не нажалась глобалка. Вот, ну, я жопу свою ставлю. Я не знаю просто. Я не понимаю. Ну, реально не понимаю, почему она не нажалась. Я нажимал, вот жопу ставлю. Жопу ставлю.
Давай, давай. Хорош. Инту собираем. А вот вард стоит, скорее всего. Да, если бы катка была долгая, да, Сало. Да, Сало это же вообще, по сути, имбовый герой. Если с большой, ну, с другой стороны посмотреть. За счет того, что он может прокачивать себе эти... Чисто статы свои. Вообще пушка. Го на базу нафиг. Да там, по сути, что-то твинхеда не идет, ничего. У нас намного лучше по команде. Причем тут сам Зевс. Зевс играет свою роль. Он играет на коре. На хк. Только я не пойму, почему он не пошел на мид. На миду вообще изи. Изи. Ребята чуть бы подстакали, все, огонь был. Он на низ пошел зачем-то. Зачем на низ идти? На миду ему намного лучше стоял бы. Инвокер бы стоял бы в хардлайне. О, хорош. Жесть. Побаловаться называется ситуация. Огри Максы. В катках. Там Радику спектры. Ты давай это, Радинс, не надо, да? Что за профессионал ты? Откуда Радинсы там? Офигенно было бы Аганим тут, кстати. Хорошо. О, спектра. Что со спектрой не то? Печалька. СТшка, я не знаю. СТшка 300. Да если мы тут будем затягивать, то катка, по идее, будет интереснее. То я не знаю, ребята все лайны выиграли. Но мид инвокер не стоял. В лайте у них шансы прям лютые. GG. А, 21 минута, вы серьезно? Зря, мне кажется, они сдались. Ну да ладно. Странная игра. У них пик офигенный, в лейт вытягивать просто.